Заседание экспертного совета по проблеме антибиотикорезистентности прошло в Москве 11 февраля. Для обсуждения путей решения актуального вопроса современности, устойчивости бактерий и микроорганизмов к противомикробным препаратам собрались ведущие специалисты из разных областей медицины. Многие эксперты высказали мнение и просили отразить это в резолюции экспертного заседания, что без помощи регуляторных органов, без помощи правительства эти вопросы одними специалистами решены быть не могут. Необходимо обратиться к Министерству здравоохранения о том, чтобы те создаваемые в Российской Федерации отечественные, разрабатываемые новые антибиотики получали реальную государственную поддержку не только в плане каких-то финансовых, но и в плане ускорения темпов сроков регистрации. По мнению специалистов, преодоление антибиотикорезистентности связано не только с повышением грамотности в отношении использования противомикробных препаратов в клинической практике, но и с поиском других механизмов решения проблемы. В том числе связанное с диагностикой, с развитием этой базы и производством наших отечественных препаратов, которые по своей эффективности не уступали западным аналогам, и в том числе с учетом вот этой проблемы резистентности превышали возможности некоторых других средств, используемых в нашей Российской Федерации. В заседании участвовали врачи, сталкивающиеся с проблемой антибиотикорезистентности ежедневно. И поднятые вопросы были для них очень важны. Потому что доктор не может один на один оставаться с такими тяжелыми и опасными инфекциями. Тем более, зная свой ограниченный арсенал лекарственных препаратов. И для меня лично этот совет принес очень много нового, очень много нужного и, в общем-то, много надежд на то, что не так все плохо. Решения экспертного совета будут отражены в соответствующей резолюции.